Многофункциональные центры начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения. Постановление правительства, дающее центрам право на выдачу документов, подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Таким образом, в МФЦ будут предоставлять услуги по выдаче российских и зарубежных паспортов, водительских прав, а также бесплатному информированию налогоплательщиков о действующих налогах. Кроме того, организация займется выдачей справок с наличием или отсутствием административного назначения на потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.